Свято наближається, свято наближається. Короче, атмосфера кохання та бальзаму для душі вже тут. Ми на самом деле ждем інтима, точнее Сіла. Сіл їде до Києва, і ми знаємо, що він шукає тайських масажистів. Хоча інтим теж буде. Здравствуйте, девушки. Скажите, пожалуйста, а вы давно знакомы с творчеством Сила? Да, конечно. Сил прекрасен. Британская музыка не может быть плохой. London is the capital of Great Britain. Он джентльмен, он красивый, он очень талантливый. Голос. Обожаю его голос. Песни мы знали его очень давно, но просто как бы мы не знали, кто поет, наверное. Саунд песни шикарный. Почему мне все отказывают? Это же интимный вечер. Интимный вечер. Где моя пара? Марина. Я готовлюсь, я... Вот мы знаем, что Сил ищет тайских массажисток. Вы умеете делать тайский Нет. массаж? Ну а ради Сила готовы научиться? Нет. Вы владеете тайским? Владею. Ну мы тут разузнали такой факт, что Сил ищет себе, кстати, двух массажисток. К сожалению, нет. Как раз двоих ищет. Нет, нет, конечно. Да. Мы работаем мозгами, а не руками. Тайские – это как бы пародия на вас. Пойдет? А, слушайте. И чем вот лучше всего заниматься, прослушивая песни Сила? Ну, конечно, кроме секса. Есть чем заниматься. Слушать и наслаждаться музыкой. Под песней Сила можно заниматься всем. Но это самое приятное. Когда последний раз у вас было это? Знаете, у меня муж уже 3 месяца находится за границей. Не сложилось там, поэтому будем как-то здесь что-то решать. Поэтому мы пришли получить оргазм на этом концерте, да? Да. Он расстался с Хайди Клум, да? Или она его там бросила? А, какие девушки ему нравятся? У вас есть шансы стать его? Ну, конечно, я же с цветами пришла. Сил, косил, закосил, окосил. Еще, продолжай. Насил, закосил. Батарейка садится. Я макияж наносил, в то время как дождик моросил, и вдруг попал на концерт Сил. Удачи, успехов, Star TV. Смотрите, самый лучший канал. Вообще оргазм какой-то был. Все, Алекс, отвали, снято. Ну, Марина...